сквер имени Суханова, 25 октября 2022 года. Вечер. Там вон фотосессия идет. Девчонки фотаются. Ветерок дует. А там почему-то решили разобрать детскую площадку. Ну, там были горки, что-то еще детское такое. Ну вот, разобрали все. Видите, детская площадка разобрана. Ну, следующий год, наверное, новую будет собирать. Там вон книжный шкаф стоит. Ну, здесь местные жители гуляют с собачками, с детьми приходят. Желтые и красные листья еще на деревьях остались. Осень. Красота.